Всем привет! Сегодня я продолжаю рассказывать о Kia Rio, проехавшей 400 тысяч километров, мотор 1.6, 16 год, на автомате ведет себя она отлично. Тут она постояла пару недель, и из-под клапанной крышки у нее потекло небольшое запотевание. Потом мы посмотрели, обнаружили, что просто течет, хлещет на выпускной коллектор. Ну, естественно, пора прокладку уже менять. Это первая замена прокладки. Заодно посмотрим, как ведет себя цепочка. Все, смотрите. Эта машина, еще раз подчеркну, прошла 400 тысяч километров, клапанную крышку ни разу не открывали, не смотрели, что там внутри. Цепочку мы смотрели китайским эндоскопом, если кому-то интересно, ссылка будет в описании под видео. И даже с помощью него можно было увидеть, что натяжитель вышел на 4 зуба, а это, мягко говоря, хороший показатель для 400 тысяч пробега, даже отличный показатель. Состояние, в принципе, мотора в целом, никакого там мазута нигде нет на крышке, это ничего не мылось, это все как с завода, масло менялось раз 10 тысяч, лилось Mobil 540. Никакого другого мы не экспериментировали. И, кстати говоря, это хороший показатель. Мы просто проверили это масло Mobil. Но еще раз подчеркну, Mobil мы покупаем только в представительстве. Никаких там магазинчиков левых, там серых дилеров нигде. Только в представительстве, только бочковой. И вот такой результат спустя 5 лет и 400 тысяч километров пробега. Но выводы, естественно, делать вам самим. Какое состояние этого мотора? На мой взгляд, оно отличное. Ну а на этом сегодня все. Кому видео понравилось, ставьте лайки, не забывайте подписываться на канал. И всем успехов и удачи на дороге.